Пане Романе, відносини між Україною та Сполученими Штатами Америки можуть зайти в глухий кут, принаймні про це переконує нас «Нью-Йорк Таймс». Видання, мовляв, є певні непорозуміння. Українська влада розчарована затримкою американської військової допомоги, а Сполучені Штати розчаровані через те, що їх не хочуть чути в військовому плані. Що ви про цю статтю думаєте? Чи є правда в тих словах і чому от вона з'являється саме в цей період? А никуда американцы не денутся. Куда они, в конце концов, денутся с подводной лодки? Мы все вместе на ней плывем, это демократия. Потому как бы они там ни между собой не перетягивали одеяло, участие в нашей войне против россиян однозначно будут участвовать. Вопрос времени и, может быть, каких-то промежуточных результатов тех баталий, которые у них последнее время где-то месяца 2-3 идут, ну и впереди еще месяца 7 придется все это выслушивать, понимать, с пониманием относиться, это очень важно, потому что это проблема американцев. Каждые 4 года, целый год у них это время политических дискуссов, ну, естественно, уже за несколько десятков, сотен лет борьбы между этими партиями, они натарели во всех этих вопросах, а заложниками являются те страны, которыми в данный момент пользуется одна или другая сторона, или обе стороны, как вот сейчас у нас в Украине. И та, и другая сторона пользуются нашей проблемой в своих целях. Но, тем не менее, идем мы все равно к победе над Россией, и американцы никуда не денутся. Тем более сейчас уже понятно, что Великобритания, а здесь она ведет именно в этом англосакском мире, Британия ведет в наших отношениях с ними. Действия самой Британии, действия наших властей, даже отправка туда по словам генерала Залужного, это как раз звенья одной цепи по подготовке к участию американцев в действиях против российской армии. Все, всему надо время. Еммануель Макрон сказав наступне. Франція може направити війська в Україну, якщо лінія фронту просунеться в напрямку Одеси або Києва. Тобто ситуація має бути настільки вже критичною для відправки іноземних військ? Та чи Макрон, напевно, свято вірить в те, що цього не трапиться, і війська нікуди не потрібно буде направляти? Так і є. Макрон хорошо просчитує ситуацію. Ні на Одесу зараз, ні на Київ взагалі російські війська вже не двинуть. Для того, щоб двигатися в сторону Одеси, ну, діло не в самій Одесі, діло в направленні в сторону Придністров'я, россиянам надо серьезные силы наземные, около миллиона россиян должно быть, а то и больше, потому что надо полмиллиона, чтобы удерживать фронт, и еще около до миллиона россиян для того, чтобы двигаться в сторону Приднестровья. А без поддержки морскими силами наземная операция однозначно обречена на провал. Они это прекрасно понимают, а с морем у россиян не сложилось в последнее время, так как наши средства поражения на море показывают довольно-таки хороший результат. Уже больше трети российского флота Черноморского затоплено или повреждено. Оставшиеся несколько десятков кораблей боятся выходить в море, прекрасно понимая, что могут быть уничтожены. Это билет в один конец. И тем более зайти в акваторию, допустим, Черного моря рядом с Одессой, то есть северо-запад Черного моря, море они просто не могут, не говоря уже о каких-то действиях в районе Одессы или поддержке наземной операции. Потому Макрон прекрасно в этом разбирается, но это называется лучше уж никак, вместо как-нибудь, и потому, понимая, что будет точно никак, он может заявлять о движении войск в Украину. Но это все связано, в основном риторика связана с теми проблемами, которые войска Франции сейчас испытывают на африканском побережье, там, вернее, на африканском континенте, в основном Буркина-Фасо, той же Мали, тот же Нигер, то есть там есть определенные проблемы, проблемы именно у французского иностранного легиона, потому Франции надо сейчас держать
такую, по крайней мере, интригу, с одной стороны, участие французских войск на нашей территории против россиян, ну а с другой стороны, как-то держать риторику воинственную в выражениях. Потому Макрон об этом и говорит, но, естественно, делать он, конечно, ничего не будет. Те части войск французских, которые малые подразделения, которые выполняют сопровождение военной амуниции, предоставки ее в нашу страну, они и так ее выполняют. Последние, как минимум, 2 года, это мы прекрасно знаем. А тим часом Німеччина, пана Романа, вчергове знайшла, як на мене, вже просто комічні причини не давати нам ракети. От міністр оборони Німеччини Пісторіус запевнив і заявив наступне: далекобійні ракети не стануть вирішальною для війни в Україні, та Німеччина не має наміру переходити цю лінію. Що ви думаєте про це? Іщуть причини, як би время потягнути, не більше того, до рішення питання между двумя партиями в Америке. То есть все-таки примут, когда консенсусное мнение в помощи нам американцы, примут решение, Белый дом примет решение в передаче атакамсов 300-километровых. После этого Шольц однозначно примет решение в передаче Таурусов в том числе. Он просто не может это сделать сам первый. Это было уже по Абрамсам, по Леопардам в прошлом году. Мы это видели прекрасно, эту связку. Такая же связка и по ракетам, по дальним ракетам, которые могут нанести удар по Керченскому мосту с большой дальности. Потому это атакамсы 300-километровые, либо Таурусы. Ну, подождем опять. Всему свое время придет решение этих вопросов. И у Шольца не будет просто никаких причин отказать в поставках нам этих ракет. Росія почала масово виробляти найважчу плануючу бомбу ФАБ-1500 М-54 «Просибільд», повідомляючи, застосовувалася вже ця зброя по території України, та що це за авіабомби? Ну, це із серії фугасних авіабомб, ФАБів багато різних, і 250, і 500, і тонні бомби, тисячники, полуторатисячні, тобто полуторатонні бомби. Это уровень тяжелых авиабомб, которые в основном работают тяжелые бомбардировщики этими авиабомбами. Могут, конечно, их брать и сушки Су-34, но по одной бомбе на полуплоскость, то есть максимум 2 бомбы, которые могут нести. Это корректируемые, то есть это КАБы, уже можно сказать, что это КАБы, КАБ-1500. Ну, довольно-таки серьезное оружие. Вопрос просто, сбрасывать его придется россиянам, надо подходить, будет ближе к линии фронта на несколько десятков километров. Для них это опасно, потому что у нас есть возможность сбивать самолеты, так как они сбрасывают эти авиабомбы с высот больше 10 километров. А это значит, светятся как новогодние елки в радиодиапазоне. Наши локаторы хорошо их видят, радиотехнические войска видят их за несколько сот километров, эти самолеты, им приходится подниматься на большую высоту. А подходя ближе к линии фронта на больших высотах, это хорошая цель для наших зенитно-ракетных комплексов, причем вплоть до того, что для старых советских, тех же Су-300, ну, С-300. С-300 мы уже этим комплексом несколько сушек Су-34 отминусовывали. В прошлом году такой показательный был уничтожение Су-34 над Янакиево, который пытался сбросить тяжелую авиабомбу, планирующую на Авдеевку. Вот Су-С-300 уничтожил, это был как раз тогда Никопольский зенитно-ракетный полк, отработал по сушке. После этого еще несколько самолетов было сбито именно ракетами С-300, потому это радио, им придется выходить, попадать в радиус поражения даже этой старой советской техники С-300, а вот новая может их сбить еще на больших дальностях. И Патриот, и СМТ, есть некоторые ракеты к НАСАМСам, которые с большей дальностью тоже могут перехватить. Там есть и АМ-120 с хорошим ускорителем стартовым, которые тоже, в принципе, могут на таких дальностях перехватить те же Су-34. Потому у нас есть механизмы, как бороться с самими носителями Су-34, да и с бомбами в том числе. У бомбы, которая в 3 раза больше основной ФАБ-500, у нее в 3 раза больше ЕПР, эффективная площадь рассеивания. Значит, ее хорошо видит локатор, и в принципе на нее есть смысл потратить ракету.
От якраз, пане Романе, в продовження цієї теми командувач повітряних сил Лещук запевнив, що Збройні сили напередодні відпрацювали на відстані 150 кілометрів від ворожих літаків. Втім, результати ще уточнюються, чекаємо, звичайно, офіційних даних, офіційної інформації. Але от на вашу думку, яке озброєння це могло бути, нашого виробництва чи, можливо, західного? І в теорії, що ми могли вразити? Лещук после серьезной критики аналитиками, обозревателями военными занял правильную позицию. Вот это правильное, реальное, так и надо докладывать. Отработали по самолету, да, то есть была стрельба, боевая стрельба, дальность 150 километров. Это может работать блуждающий Патриот, так называемый. Некоторые ракеты, если нам их передали, Астер-30 для СМТ, это может быть С-200, старая советская, у нее дальность 250 километров, оперативная, а техническая где-то до 300 километров. Потому как минимум тремя механизмами мы могли бы отработать по дальностям 150 километров. Вот Лещук сейчас правильно сказал. Именно это мы от него и хотели. Не 15 сбитых самолетов, а когда вот недавно было 15 сушек. Вернее, больше десятка сушек, и А-50, и там 15 самолетов было сбито. Были попытки сбития, то есть была попытка поразить самолеты. А вот подтверждений не было на все, по крайней мере, самолеты. Потому сейчас Лещук правильно говорит. Действительно, была попытка сбить самолеты. Самолеты уходят, иногда уходят с локаторов. Почему воспринимают иногда наш генштаб или там, допустим, те же воздушные силы уход с локатора, пропадание метки на локаторе как по поражению? Это не поражение. Был бы вместо Лещука летчик, выполнял бы задачу командующего военно-воздушными силами, он бы так бы не говорил изначально. То есть уходит самолет, по крайней мере, точка с локатора пропадает иногда тогда, когда самолет уходит за радиогоризонт, так называемый. То есть опускается ниже луча локатора. На высоты самолета может ходить на высотах от 30 метров. Ну так, где-то в районе 20-30 метров высота. И при выполнении противоракетного маневра это один из вариантов. То есть уход на предельную малую высоту. После этого уже локатор не видит и воспринимают радиотехнические войска и люди, которые не связаны с авиацией, воспринимают это как поражение. Это может быть не поражение. Самолет спокойно может после этого сесть и выполнять дальше боевые задачи. Так вот, сейчас Лещук очень правильно и грамотно сказал. Да, была попытка поражения, можно будет подтвердить только после того, как будет определенное подтверждающее механизм. Это либо главное управление разведки, либо которая может подтвердить по своим каналам, либо расшифровка спутниковых снимков, которые также могут подтвердить поражение самолета. На спутниковых снимках очень хорошо видно место падения, допустим, если есть определенные данные, когда, где, в каком месте пропала метка. Ну и, естественно, фотографии наличия самолетов на аэродромах до и после выполнения задач. То есть вот после подтверждения можно тогда говорить о том, что мы поразили, вернее, зенитно-ракетные войска, ЗРВ поразили в очередную российскую цель воздушную. Франція намагається домовитися із арабськими країнами про повернення проданого французького озброєння для його передачі Україні. Наскільки це можливо, така взаємодія із арабськими країнами, та скільки може зайняти часу? Действительно, в Катаре, в Арабских Эмиратах, в Саудовской Аравии достаточное количество вооружений натовских, причем страны, которые их производят, на европейские в том числе, они работают в основном-то на экспорт. То есть это хорошая статья дохода для бюджета, естественно, для компаний, которые производят. Вообще рынок вооружений довольно-таки динамичен, и там очень большие добавочные стоимости можно заработать, вернее, показать. Это, естественно, продается, производится и продается это вооружение. По большому счету мы можем, если будет решен вопрос, допустим, по замещению, а скорее всего именно так это будет решаться, то есть в европейское оборудование, Катар, те же Эмираты, те же Саудиты, они могут передать обратно, вернуть обратно
европейцам, европейские компании, которые могут нам его передать, а ближневосточные страны могут получить американское вооружение, то есть такое замещение. Это уже было, мы как-то получали в свое время то, что мы передавали на Ближний Восток, получали обратно с замещением американским вооружением. Страны Ближнего Востока с охотой идут как раз на такое замещение, переводя свои вооруженные силы на определенные виды вооружения именно американских одного типа. То есть им намного выгоднее это делать, потому я думаю, механизм этот, если будет запущен в течение месяца, полутора месяцев, мы можем получить некоторое вооружение. Это может быть зенитно-ракетные комплексы типа тех же СМТ, франко-итальянских, это могут быть некоторое вооружение артиллерийское, которое очень так серьезно в большом количестве производится европейскими производителями, поставляется на Ближний Восток. Поэтому я думаю, хороший ход и хорошая идея по вот такой ченч, так называемый, с американским вооружением. Тепер, пане Романе Бліц, коротке питання, коротка відповідь від вас. Маємо цікаву заяву від дипломатів про те, що у Москві в найближчі дві доби екстремісти планують атакувати великі скупчення людей. Про це запевнили в посольстві Сполучених Штатів в Росії. Схожі заяви робили і дипломати Південної Кореї, Канади та Данії. От, на вашу думку, це чергова можлива провокація від Кремля, чи що може відбуватися в найближчі дні на Росії та в Москві? Подготовка так называемого акта по механизму рязанского сахара. В свое время россияне подорвали несколько домов и в Рязани остановились. Вот этот рязанский сахар, вот так это уже называется. Они могут провести теракт, сами провести спецслужбы российские, повесить это. Сейчас, скорее всего, повесят на Ингушей. Последнее время именно в Ингушетии сейчас поднимается такая волна освободительного движения, в Ичкерии в том числе. Ичкерия, Ингушетия, рядом Дагестан, то есть Северный Кавказ начинает загораться. Россиянам надо срочно это потушить. Патрушев был несколько дней, работал именно на Кавказе и могли принять решение о проведении такого рода теракта, естественно, со своим участием, но повесят это, как в свое время рязанский сахар повесили на чеченцев. Несколько взрывов домов могут повесить либо на Ингушей, либо на Дагестан. Пане Романе, також у Стамбулі почалася зустріч Зеленського та Ердогана. Давайте про важливість цього візиту, цієї зустрічі і чого очікувати. Обмін пленними очень важливе сотрудничество в производстві і поставках вооружений і очень опасні розговори по поводу організації Стамбула-2. Не дай Бог ще раз договоряться о здачі території, як було в 22-му году. 27 марта тогда четыре наших джигита предложили россиянам, это Арахами, это Подоляк, это Умеров, это Резников, предложили россиянам на 15 лет отдать Крым, Донбасс по некоторой договоренности, то есть практически отдали наши территории россиянам. Вот сейчас может быть такая же попытка попробовать надавить на наше военно-политическое руководство со стороны Турции, со стороны Китая. Работает китайский представитель по этому вопросу Ли Хуэй, который будет, это давление может довольно-таки иметь серьезные последствия. Оптимальный вариант – выйти из-под него только по одной, то есть по одной формуле – выход российских войск за пределы 91-го года и продолжение каких-то разговоров или переговоров о контрибуциях и репарациях. Все остальное – это капитуляция, это сдача наших территорий, это 111-я статья Уголовного кодекса, часть 3-я – пожизненная с полной конфискацией. Потому те, кто участвует в такого рода переговорах, лучше им почитать Уголовный кодекс, там все расписано. Пане Романе, не можемо вас не спитати по призначенню Залужного послом Великої Британії. От хочемо почути коротко вашу аналітику з цього приводу і наскільки ви підтримуєте це рішення, це призначення? Неправильне було рішення по зняттю управління вооруженими силами України, практично більше десятка генералів во главі з Залужним. Это было неверное решение, коней на переправе не меняют, оно привело к определенным негативным
моментом на линии фронта, мы прекрасно знаем. Но исходя уже из этой ситуации после принятия этого решения, то принятие решения на назначение Залужного на пост выполнять обязанности посла Великобритании – это очень хорошее решение. Это как раз то, что я постоянно в несколько лет, наверное, десятилетий говорю, сам когда увольнялся первый раз 25 лет назад. Надо военных, которые, у которых есть хорошие показатели в управлении войсками, в управлении людьми, а это миллионные коллективы, армия больше миллиона. Залужный управлял коллективом больше миллиона человек, также и Наев, также и Шаптала. Военнослужащих надо привлекать обязательно в исполнительную власть. И вот то, что сейчас мы видим, это хороший посыл на будущее, как нашу исполнительную власть зачистить и завести туда военных, которые будут выполнять задачу, в том числе и обороны. На направление послом Великобританию – это хороший шаг еще с другой стороны, так как Великобритания нуждается, во-первых, у нас нет посла там больше года, Агриман подтвердили только Залужному. Это очень важно. То есть это, в принципе, решение в том числе и Великобритании, скорее всего, и Соединенных Штатов. Значит, укрепятся сейчас связи между англосакским миром и Украиной. И, я думаю, вопросы по военному сотрудничеству точно ускорятся. Залужный точно будет в этом смысле на своем месте. Тем более у него есть профильное образование, в том числе и по дипломатии, то есть у него довольно-таки широкий спектр образования. Ну а дальше в зависимости от того, как Валерий Федорович будет себя видеть в дальнейшем, то есть он может вернуться, выполнять задачи внутри Украины, либо, ну это все будет, как сложится ситуация дальше. Но назначение, ну по крайней мере, назначение и принятие Агримана, вернее подтверждение Агримана и согласие самого Залужного на это назначение, оно положительное в той ситуации, в которой мы оказались. Мы и в том числе, надо понимать, у Залужного есть свои планы на жизнь, в том числе и генерал Залужный, в той ситуации, когда их отстранили или от выполнения бывших стоящих задач. Міністр оборони Британії приїхав до Києва і записав відео, у якому закликає демократичний світ підтримувати Україну. Він сказав: «Я в Києві, щоб бити на сполох». Якими вже є підсумки цього візиту сьогоднішнього? Є положительний момент. Діло в тому, що ми вже бачимо движення, увеличення поставок боєприпасів. Наконец-то розблокували цей вопрос. Причому надо однозначно за последние несколько месяцев определить, почему Министерство обороны не смогло самостоятельно закупить болгарские боеприпасы, европейские боеприпасы. Не нашли там, где нашел Петр Павел, 800 тысяч боеприпасов. То есть та беда, которая реально беда, которая произошла в районе Авдеевки, то есть отход войск, потеря плацдарма наступательного на Донецк, она была еще связана и с недостатком боеприпасов. Потому сейчас вот этот приезд надо определить еще по Министерству обороны, почему то-то, что пошло не так, это надо конкретно у министра обороны Умерова спросить. Ну а приезд министра обороны Великобритании, я думаю, решит эти проблемы за Умерова. За Умерова работает Петр Павел, за Умерова начал работать министр обороны. Я думаю, за Умерова начнет работать и генерал Залужный на посту посла Великобритании. Пане Романе, ми дякуємо вам за цю розмову, за вашу аналітику та чіткі відповіді. Нагадаю, Роман Світан, льотчик-інструктор та полковник запасу української армії, відповідав на найголовніші питання та теми цього дня. З вами було Владислав Соловєв, Ольга Білан. Ставте цьому відео лайк, напишіть під ним коментар, щоб ви спитали в пана Романа, та побачимось в ефірі на 24-му.